Всем привет. Вот сижу сейчас вечерком на даче, читаю ленту в Фейсбуке и нахожу вот такой пост. Пост имени В.В. Познера. Как вы думаете, если бы компания молодых и не очень людей, ну какая разница, вышли на субботник убрать какую-нибудь территориальную частичку Воронежа, куда бы им стоило отправиться? Если условия должны быть, это общественное место, бла-бла-бла и прочие дела. Офигенно. Интересный такой вопрос, да? Куда бы нам пойти убрать? Кстати, самый первый комментарий, знаете какой? Дмитрий Носков. Город должны убирать коммунальные службы, а не налогоплательщик. Ну, если мэр импотент, тогда все на субботник. Дмитрий Носков. А ты сколько налогов заплатил, чтобы коммунальные службы за тебя убирали? Вот интересно мне вот это вот... Сука, это о наболевшем. Вот просто о наболевшем. Вот знаете, вот такой охрененная такая вот тема, которая вот сейчас идет во всех соцсетях. Просто во всех. А давай, вот у нас, знаете почему? Апрель. У нас апрель — это субботники. Блядь, у нас как апрель... Так давайте бревна носить на себе. У нас всех прорывает на субботники, на хайп на какой-то. Вот все прутся от этого. Ребята, хотите ответ на вопрос, куда вам пойти, чтобы навести порядок? Ответ. Для начала вот встаньте и посмотрите вокруг себя в своей квартире, блядь. И посмотрите, может быть, у вас грязный пол, грязная кухня, грязная лоджия, ну что-то грязное. Возьмите и уберите это. И вот когда у вас в квартире будет идеально чисто, вы выходите дальше в подъезд, в свой подъезд. У нас 90% населения живет в многоэтажках. Выйдите в свой подъезд и посмотрите, что там творится. Хотите, расскажу? Там срачник, потому что подъезд не принадлежит никому из вас лично. Там говно. Уберите у себя в подъезде. Для начала. Просто уберите там. Помойте пол. Протрите подоконники. Поставьте цветочки, блядь. А потом выйдите во двор. В свой двор многоэтажного дома. Просто во двор многоэтажного дома. И наведите порядок в этом своем маленьком дворе. Сделайте песочницы, качельки, покрасьте все. Приведите все это в божеский вид. Это в ваших силах. Вы это можете сами сделать. Можете, но не хотите. Потому что это не круто. Потому что это не хайп. Это ничто! Об этом не напишешь в Фейсбуке, блядь! Вот, блядь, в Фейсбуке можно написать о том, что «А давайте мы, блядь, ебанемся на Олимпик!» И, блядь, устроим там охуенную, блядь, уборку! Да на Олимпике сами без вас уберут! Вы выйдете у нас, извините, вы хаете наши коммунальные службы, да? У нас в Воронеже есть два берега, две набережных. Две набережных. Одна из них по правому берегу принадлежит дорожникам. Там всегда чисто, потому что там дорожники убирают. А есть левый берег. Нет, на правом берегу тоже есть минусы. Там из-за какого-то, извините, пидораса, который решил бороться за безопасность, ни одной урны нету. Там бычок выкинуть некуда. Вот хоть в карман себе засовывай, если в воду кидать не хочешь. А есть левый берег. А вы были на левом берегу нашего родного водохранилища? Вы видели, что там творится? А у нас миллионный город, и полмиллиона живет там. И они живут по левому берегу, по всему. И они ходят, блядь, на эту набережную. Приходят, разгребают, сука, бутылки, блядь. И жарят, блядь, шашлыки, сидя на помойке.
Это какое самоунижение? И вы думаете, что это должны кто-то за вас убрать? Коммунальные службы? Это они пришли вам туда насрали? Вот они пришли, блядь, каждое утро каждому коммунальщику выдан сектор, блядь, где каждый коммунальщик должен с утра раскидать 50 бутылок, блядь, 30 пакетов целлофановых, кучу бычков. Коммунальщик это раскидал. Это вы сами раскидали. Вы заговняли сами. Сами заговняли свою территорию. Каждый на своем месте. Там, где он живет. А сейчас вы в интернете организуете сообщество. О том, что... А давайте мы поедем куда-то. Да не надо никуда ехать. Выйдите каждый около своего дома и уберите там, где вы живете. И не срите потом там, где вы убрали. Все, это все очень просто. Все очень просто. Надо просто выйти там, где ты живешь, убрать, а потом там больше не срать. Вот как-то так. И никакого хайпа, конечно, я понимаю, это неинтересно. Это же не оценят в Фейсбуке, блядь. Это не выложишь на Ютуб, как мы, блядь, круто оттянулись с уборкой, блядь, на Олимпике. Ты у себя дома сортир помой. А потом про Олимпик будешь думать.